эфир. Привет, ребятки! Я буду подключаться. Бонжур. Так, ну активно подключаются люди, 48 человек сразу. Так. Ребят, мы сегодня поговорим про самую любимую, самую нашумевшую тему за... Подожди, какая? Я уже забыл, какие сейчас числа. Сейчас понедельник, да? Сейчас понедельник, да. Я просто, у меня уже всплыло все дни и ночи, потому что последние 7 дней я живу в инстайме. Я 90% времени общаюсь по поводу инстайма. Вот. И сегодня мы, конечно же, будем обсуждать эту тему, отвечать на ваши вопросы. Сейчас уже 90 человек. Ребят, напишите цифру 1, если вы уже зарегистрировались в инстайме и оплатили подписку. Цифру 2, если вы зарегистрировались, но не оплатили. И цифру 3, если вы не знаете, что такое инстайм. 1, зарегались и оплатили. 2, зарегались, не оплатили. 3, не знаете, что это такое. Единички, смотри, все. Yes, ребятки, вообще, вот смотри, даже представляешь, ты такой... Один, а вот 2, ну, 3, вообще, 1. Руслан, красавчик. Диана, сестричка моя, ты сама того не знаешь. Уже зарегистрировался. Яночка, ты уже в теме, не переживай. Пиши один. Братик обо всем позаботился. Троечки. Ну, поэтому, ребят, кто не знает, Леша, мой друг, мой наставник в чем-то, может быть, мы вместе делаем. Сейчас мы вместе, как амбассадоры нового проекта. Это очень круто, наконец-то мы можем вместе развить эту тему. Мы всегда были где-то рядом, где-то друг друга в чем-то помогали. Там до этого там, Леша в инвестициях, финансах, я там... И заработок, и пассивный доход, и Инстаграм. Вот, это круто. И мы поговорим про Инстайм. Кто не знает, это новая платформа, которая появилась в Инстаграме, которая способствует органическому росту, активности у вас в профиле, лайков, комментариев, живых подписчиков. При этом в нее есть продвинутая партнерская программа, которая помогает вам зарабатывать. Рекомендую эту платформу всем людям вокруг. То есть, если вы будете рекомендовать этим друзьям, знакомым, тем людям, которым актуальна тема продвижения в Инстаграм, или тем людям, которым актуальна тема заработка, вы будете на этом сами зарабатывать. Но тут есть даже такие возможности, что вам будет, если вы вот первый, вот сейчас начало системы, если вы просто начнете использовать, даже вы не хотите зарабатывать, но система сама будет вас поощрять, потому что вы первыми начали ее использовать. Но не то, что это деньги откуда, это деньги, потому что вы первым приняли решение, система так построена. Вот Леша более детально об этом расскажет, я расскажу про возможность заработки. Сколько дней этой платформе? Ну, активный предзапуск уже дней 5. 5 дней. До этого было месяц бета-тестирования, когда небольшое количество людей использовали платформу, смотрели, что в ней работает, что в ней не работает, находили какие-то баги. На данный момент еще есть тоже какие-то мелкие недоработки, над которыми там команда, я был в офисе этой компании, я видел, сколько там людей работает, чтобы все наладить, все исправить. Вот на самом деле те люди, которые сейчас первые тестируют платформу, у них, если возникают какие-то проблемы, одна причина – невнимательность. Потому что, ну, часто люди, знаете, что там нажать, что произошло. Вот это психология. Вот покупаешь любой продукт, ты не смотришь инструкцию, а начинаешь типа сам разбираться. Потом, когда ты поломал, либо не получилось, возвращаешься в инструкцию. Не все, но большая часть так делает. Я так делаю. Да, мы с Лешей создали чат людей. То есть мы как активные пользователи системы, которые вот мы... поняли, в чем я ценность, в чем я преимущество, создали чат людей, которые уже в системе. Наша задача была в этом чате людей мотивировать, объяснять ценности платформы, рассказывать их преимущества, способы построения команды. Но чем мы последние 4 дня занимаемся? Служба поддержки. Служба поддержки, привет! Мы, конечно, не вписывались в такое, я не вызывался типа объяснять, как там аккаунт свой правильно написать. Но реально, все равно мы пытаемся как-то помочь. В дальнейшем мы хотим запустить какое-то обучение внутри нашей команды, чтобы люди, перед тем, как попасть в наш закрытый чат, где мы там хотим делиться нормальными вещами, и сейчас не делимся только потому, что, ну, за
занимаемся решением технических вопросов. Мы сделаем мини-обучение, которое человек проходит, он понимает, как пользоваться технически платформой, хотя там даже ребенок поймет, как это делать, вот, если потратить на это хотя бы там 15 минут. И потом он сможет попасть в чат, где мы ему все расскажем и покажем. Есть вопрос, чтобы получить бесплатно в следующий месяц, это должно быть собственно приглашенное, либо 3 покупки, включая чужие приглашенные. Собственно приглашенные. Вам нужно пригласить 3 человека по вашей реферальной ссылке, если они оплатят в течение 7 дней, в течение 7 дней, как вы подписались. Вам в следующий месяц бесплатно. Плюс вы еще за них получаете, если это 3 личника, 27 долларов. $27 и в следующий месяц бесплатно. Очень крутое предложение. Давайте, знаете что, мы в прошлый раз шли по регламенту, рассказывали про продукт, про маркетинг, потом про вопросы. Давайте вы сейчас накидайте нам в начале часть вопросов, про что нам сегодня рассказать, чтобы мы поняли вектор, мы это разберем, а потом еще ответим на все, там, то есть вектор, про что вы хотите узнать, как зарабатывать, что еще. Чем отличается от Telegram, кроме партнерки? Telegram – это сервис масс-фолловинга. Способа продвижения, который на данный момент, полумертвый. Этот способ существует более 5 лет. Через него вы добавляете свой аккаунт и подписываетесь на другие аккаунты. В ответ на вас должны тоже люди подписываться. То есть, и конверсия, то есть в день вы там подписываетесь на 1000 человек, на вас в ответ подпишется сейчас человек 10. И есть вероятность блокировки аккаунта. В Инстаграме вы покупаете живую активность, лайки, комментарии, просмотры. Вы получаете живых подписчиков, которые подписывают через вашу систему. И сейчас те, кто первый попадает, на них подписываются реально популярные блогеры. На Леху уже подписалась половина украинских блогеров. Вот. То есть это вообще, это разные вселенные. То есть Telegram был когда-то уже, им пользуются только в таких профессиональных целях. Я использую Telegram. У меня есть одна вещь, зачем я его пользуюсь. Чисто вот мне он раз в месяц нужен, чтобы кое-что сделать. Инстаграмом я пользуюсь каждый день, это разные вещи. Надеюсь, понятно. Как правильно продать платформу и более предметно объяснить человеку? Вот хороший вопрос. Я, наверное, на него частично отвечу. Леша добавит. Смотрите. Платформа InStime нужна абсолютно всем людям вокруг. Но части людей она нужна для других. Когда вы общаетесь с человеком, вы должны узнать, его хват, либо маленькая активность, либо он хочет там стать более популярным. Либо есть, вот мы часто общаемся с звездами, у которых все круто, все классно. Нам не интересна активность, но, говорю, вам интересно, чтобы на вас подписывались живые подписчики, платежеспособные. Ни один человек не сказал нет. Я говорю, вам интересно просто, чтобы вам в месяц какая-то приходила партнерские отчисления, деньги какие-то. И дальше ваш доход будет зависеть от того, насколько вы там либо под себя поставите каких-то сильных игроков, которые будут привлекать людей, либо сами будете, либо и под себя поставите и сами. То есть у вас будет от этого зависеть ваш доход. 100% людей интересно. Вот. Но задайте вначале такие уточняющие вопросы по поводу того, что вообще человеку не хватает в Инстаграме, либо в жизни. Уточните, поймите. И самое главное, чтобы вам рекомендовать Инстаграм, вам нужно самому разобраться в нем. Вам нужно самому попробовать, почему эта платформа классная, почему эта платформа помогает продвигать аккаунт и почему зарабатывать. Если вы сами в это не поверите, поверить вы сможете только если вы разберетесь и поймете, как это работает. Вот когда вы поймете, разберетесь, вы моими глазами будете смотреть на это, вы без проблем привлечете кого угодно. Вот. Если я не оплатил, а мои приглашенные оплатили, как это работает? Вот, смотри, если ты не оплатил, но твои приглашенные оплачивают, то все деньги, которые проходят, это не идут мимо тебя. То есть в системе есть условия. Первое, если ты хочешь зарабатывать по партнерке, тебе должно быть, соответственно, своя подписка. И второе правило, если ты не продвигаешь этот проект, но над тобой, например, есть Дима Квашневский, который очень активно работает, и у него, соответственно, заходит не 3 человека, а заходит там 500-600 тысяч человек. То есть есть большой шанс, очень большой шанс, что у тебя появятся какие-то люди, которые пришли от Димы. И все эти люди, если они оплачивают, тебе генерирует доход. Там несколько долларов, в зависимости, как ты глубоко стоишь. Но этот доход ты из системы
системы не можешь вывести, если ты просто пользуешься сервисом, просто пользуешься продуктом. Ты пришел на продукт, ты используешь только для себя. Если ты хочешь выводить партнерку, тогда нужно срабатывать второе правило. Тебе нужно пригласить троих людей, которые тоже будут пользоваться этим продуктом на постоянной основе. То есть, если три человека пользуются, соответственно, ты зарабатываешь партнерку, выводишь деньги. Если кто-то один отваливается, тебе нужно найти человека, который тоже будет им пользоваться, чтобы возобновить свой вывод денег. Здесь есть вот такие технические вопросы. Я оплатила, я не понимаю, как делать задание. На самом деле, очень частый вопрос. Если вы оплатили, можете написать мне в личку, я вас добавлю в чат. В чате есть закрепленное сообщение, там есть видеоинструкция, которую Леша записал, как пользоваться кабинетом, как выполнять задание. Ну, все полностью, весь функционал. Видео 12 минут. Вот если вы внимательно посмотрите, сделать все пошагово, все будет нормально. У нас сегодня была ситуация, вот прикиньте. Девушка 3 дня в чате пишет, хотя мы не техподдержка. Я выполнила все задания. Я все четко сделала. Мне не дает возможность там выполнять, получать задания. А потом оказалось, что? Оказалось то, что она потом мне написала, а может быть такое, что я выполняю задание из совсем другого аккаунта. То есть она реально выполняла задание с другого аккаунта, вообще с другого. Откуда система вообще может это знать? Система проверяет, выполнили ли вы... ...лин, который вы указали при регистрации в Инстайме. И она ищет этот логин под этим постом. Она смотрит, а, есть этот логин, а, написал комментарий, 3 слова и больше, по смыслу, понятный, все засчитала. Но если она написала, а логин не тот, то система просто не видит, нет этого знания, да. И она не выполняет это знание. Вдруг кто-то тоже, проверьте, с того ли вы аккаунта выполняете задание. И вот таких вопросов, то есть если взять 100%, 90% проблем сервиса это проблемы люди. То есть люди ошибаются. И только 10% это какие-то технические сбои иногда бывают. 90% это что люди банально не слушают это раз, не читают это два, и 3 делают это неправильно. И когда им объясняешь, они опять этого не слышат, пока не тыкнешь прямо лицом вот эту ситуацию. И когда я там отвечал несколько раз уже на протяжении дней на одни и те же вопросы, я уже сегодня написал, ребята, дочитайте хотя бы то, что происходит сверху, а то ребята так относятся. Если это меня не касается, я это не слушаю, я это не читаю. Но сегодня ситуация пришла ко мне, и я начинаю задавать тот же вопрос. Ну, ребят, так не бывает. Вот был первый вопрос. Я увижу людей в структуре, которые пришли через перелив. Да. Очень важный вопрос. У меня в первой линии 3 человека, знакомые и 2 посторонних человека, которые не оплатили. Дело в том, что эти люди обо мне и знать не знают, а ячейки заняты. Тут, ну смотри, ничего страшного то, что они заняты, то есть это не означает, что ты больше никого не можешь пригласить. Ты можешь пригласить там 100 человек, 1000 человек, 1 000 000 человек, они все будут распределяться ниже. То есть у тебя есть, в системе как предусмотрено, у каждого человека есть 3 ячейки. У каждого ячейки есть свои 3 ячейки. То есть ты поставил 3 человека, соответственно, эти 3 человека будут повторять по 3, это уже будет 9. Если, например, у тебя стоит один твой, 2 не твоих, то следующий твой человек пойдет уже под первого твоего человека. То есть во вторую линию, где следующие 9 человек. Они начинают заполнять это 9 человек. Потом, если не хватит этих 9, начинают заполнять 27. Снизу. И если ты пригласил их лично, то это не означает, что ты будешь зарабатывать там, 15%, $87 только с тех, кто первые твои трое. Ты можешь зарабатывать из 5 линий, то есть таких ячеек. Он может быть очень глубоко под вообще-то непонятными людьми, но ты все равно будешь зарабатывать по 87 как своего лично приглашенного партнера. Так, что там еще есть? На своем примере убедить, показать доход. Где видео посмотреть? Какое именно? Если маркетинговое видео, то на сайте. Если по обзору кабинета, то это нужно в нашем чате есть. Да, оплатить подписку, попасть в наш чат. Оплатить подписку, попасть на чат, и там есть вся информация. Соответственно, ячейки заняты, я не могу включить следующих подписавших те суммы, которые... Не, смотри, то, что ты только что повторял. Нарисовать, если что, даже. Да, ты нарисуешь, сейчас объясню на доске туда. Нет, смотри. Да, я просто... Я вот так вот наведу. Вот, полностью все видно. Смотри, вот это, например, ты. У тебя есть, соответственно, снизу 3 ячейки. Например, вот это твой человек, а это не твои люди. Если ты будешь регистрировать нового человека, он упадет, соответственно, сюда, в его первую ячейку. Дальше следующий человек упадет сюда,
еще один человек придет сюда. Неважно, где они стоят, здесь или здесь, либо здесь, либо здесь. Все равно, если это твои люди, которые пришли по твоему промокоду, ты будешь получать 15%, то есть 8,7 долларов. Неважно, тут они стоят, тут, тут, тут и тут. Если они пришли по твоему промокоду, это твои личные люди, ты получаешь 15%. Неважно, кто здесь, тот, тут и тут. Даже хоть в 15-й линии будет стоять, все равно... Вот, например, ситуация у Димы, да? У Димы есть 500, да, людей, которые лично приглашены. Да. Вот ты представь, 500 человек. Это 500 человек, это если 3, 9, 27, 81, 243, 729 человек, да? То есть, по факту, это где-то 1, 2, 3, 4, 5 линий, даже 5,5, да? То есть, получается, 6 линий, это только Димины люди. И если бы это были переливы, да, он не зарабатывал столько, но они все расставились, вот эти все 6 линий. И вот с каждого человека, который стоит в любой из этих линий, если они лично приглашенные, Дима зарабатывает по 15%. Но для тебя, если ты вот успела стать одна из первых по Диме, и все другие люди начали регаться под тобой, для тебя это идет перелив. Из перелива ты тоже зарабатываешь. 4 линии. 4. Ты зарабатываешь по 5%. А именно по 2,9 доллара. Следующие 4 линии ты зарабатываешь по 4%, а именно 2,3 доллара. Следующие 4 по 3%, а именно 1,74. И последние 3 по 1%, 0,58 центов. То есть, таким образом, может быть какая ситуация. У многих людей такое происходит, которые регистрируются по ссылкам блогеров. Блогеров больше, очень большое количество людей заходит. И если ты успела здесь, здесь, либо здесь, каждый человек он будет падать вниз, 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 перелив. И если ты просто купил себе подписку, ну, зарегался, вот Дима Кошнявского, он активный парень, у тебя есть там пришло там 15 человек образно. 15 человек под тобой, которые начали платить подписку, ты умножаешь, грубо говоря, на 2,9, соответственно, 45 долларов, 103 доллара ты зарабатываешь с подписок, которые сделал Дима. При условии, если у тебя есть своя подписка куплена. Так, давайте вопросики разберем сейчас частично. Если что, то что-то еще нарисуем. Нарисуем, потому что хотим сегодня максимально понятно. У вас есть видео с приглашением на английском? Есть. Презентация есть. Как насчет людей, которые не будут проплачивать вообще? Они в структуре будут опускаться в нижние линии? Нет, они не будут, но... Смотрите, в данный момент... Это какая-то сложная вещь, это вот... В данный момент все люди, которые регистрируются, они никуда не пропадают. И есть момент, когда она забивает структуру, но в дальнейшем планирует компрессия. То есть те люди, которые не оплачивают, они не будут тебе считаться как люди в структуре. И твоя структура будет растягиваться, чтобы ты получил своих 15 линий. То есть, пример, у тебя ты максимум забираешь, зарабатываешь с 15 линий. То есть, 1, 2, 3, 4, 5, 15 линий. И вот в ряд, например, оплачено, там есть 10 людей, опять не оплачено. Сейчас ты не будешь зарабатывать уже 16-17. Но в будущем, когда будет эта компрессия, ты будешь углубляться вниз, чтобы заработать. То есть, это план, который сервис планирует сделать в будущем, для того, чтобы те люди, которые не оплачиваются, чтобы их... Это еще дополнительное желание сервиса, которое, в принципе, он не обязан делать, чтобы у пользователей было больше дохода от партнерской программы. Ну, здесь есть логика, почему сервис это делает. Больше дохода, больше мотивации. Больше мотивации, люди распространяют позитивное информационное поле про продукт, и продуктом начинают пользоваться больше людей. Как создать свою ссылку? Заходите в личный кабинет, вкладка «Финансы», там есть реф-код, нажимаете на него, он сразу скопируется. Я платила, но не могу разобраться. Ну, вы уже 10 вопросов написали, мы же вроде тут подсказали. Охват будет падать за счет масс-фола. Да, масс-фол это вообще, это уже не работает. Тогда еще вопрос. Условия выплаты. От 25 долларов можно выводить деньги. Можно ли использовать рекламу FB для привлечения участников? Используйте, пожалуйста, вообще ничего нет. Когда будет приложение? Оно есть, оно дорабатывается, я думаю, в ближайший месяц-два. То есть, ну, максимум это 3 месяца будет полностью готовое приложение. Не нужно фиксироваться на приложении, то есть... Веб-версия работает офигенно, я пользуюсь, все нормально.
Она максимально оптимизирована под смартфон, все удобно работать с ней. Где найти презентацию на английском? Слайды или что? Или видеопрезентацию, то есть где на английском языке рассказывают ролики. Ролики есть на английском языке, на сайт заходите, переключайте на английский язык, и вам будет этот ролик на английском языке. Да. Когда скам? Никогда. Никогда! Вот. Довольно интересно. Что такое Instant Points? Для чего они нужны? Смотрите, в сервисе как работает процедура? То есть, если просто регистрация. Вы регистрируетесь. Дорегистрируетесь, у вас есть вот, и просмотры, которые есть в пакете. И просто заказывать себе их на их посты, но взамен выполняя в день, когда вы хотите получить себе эту активность, 30 заданий. Либо не подписку, а просто выполнять другим участникам задания, которые они вам дают, зарабатывать вот эти поинты, и потом эти поинты использовать для того, чтобы себе заказать какую-то... Комментарии, лайки. Да-да. То есть работает эта система 2 за 1. Например, чтобы поставить себе, заказать 10 комментариев, вам нужно отдать в систему 20 комментариев. Тогда вы просто зарабатываете, вы не платите подписку, сами зарабатываете себе поинты, используете своих интересов, но, соответственно, вы не зарабатываете из структуры. Да. Если подытожить, в сервисе для тех, у кого пока нет возможности купить подписку, но есть желание продвигать свой аккаунт, такая возможность есть. То есть вы можете продвигать свой аккаунт бесплатно, но для этого вам нужно будет делать в два раза больше действий. Но зарабатывать на таком тарифе невозможно, потому что, чтобы вам отчислялись деньги от партнерской программы, вам нужно, чтобы была оплачена подписка. Так. Чтобы идти, надо каждый раз вводить пароль. Чтобы зайти каждый раз вводить пароль. Ну, смотрите, я открыл себе Instagram в браузере Safari на телефоне в частном доступе. Я там, ну, иногда оно выходит, я, да, не знаю, конечно, я... Фишка меняет, но сессия проходит. Но в основном оно работает, то есть не надо постоянно выходить. Ну, у меня пароль... Ты можешь сами сохранить себе, да, браузер. Да, у меня, да, сохранен под Face ID, я захожу. Где находить людей, кому вообще нужен этот сервис? Этот сервис нужен абсолютно всем людям, только по разным причинам. Для большей части людей он нужен как сервис продвижения, который способствует генерировать живую активность в аккаунте. Комментарии, лайки, просмотры, сохранения. То есть это нужно практически всем людям вокруг. Если люди, допустим, они говорят, мне не нужны эти лайки, комментарии, то есть мне, ну, но он может все равно получать живых подписчиков, ну, максимум на 15. Все зависит от вашего места в структуре. И таким образом вы можете получать там любое количество аудитории. То есть, блин, как это работает, наверное, лучше. Может, тоже нарисовать. Давай я вот тебе нарисую эту движуху с подписчиками. Сейчас вот это мы... Вы сейчас все поймете. Смотрите, так. Откуда берутся подписчики в этой теме? Вот вы. Вы упали в ячейку. Вот у вас, первая ячейка, есть 3 человека. Я не очень там красиво, может, рисую. Каждый из этих 3 людей, когда зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, либо там переливом упал, он должен быть подписан в Инстаграме на вас. То есть первое задание, которое человек получает, когда зарегистрируется в Инстаграме, подписаться на вышестоящих людей. Максимум на 15 человек. А следующего человека тоже идет, например, 3 человека. Каждый из этих людей должен быть подписан на этот аккаунт и на этот аккаунт. Только на 2 аккаунта. Но на этого человека уже в сумме подписано 3 плюс 3, 6 человек. Дальше, вот от этого человека тоже пошло ветка. Этот человек должен быть подписан на этот аккаунт, на этот и на этот. Всего лишь на 3 аккаунта. Таким образом, человек, который будет в 15-й линии от вас, 15, 3 по 3, 3 по 3, будет подписан всего лишь на 15 людей. Но человек, который будет здесь, потенциально может получить до 21 миллиона человек. Вот, потому что вот эта система 15 линий, 3 по 3, 3 по 3, это в сумме, если вы посчитаете, вот 3, 9, 27, 81, вот если вы будете умножать на 3, 15 линия, это будет 21 миллион людей. И таким образом на вас подписываются живые, платежеспособные люди, которым интересен мир Инстаграм, $8 в месяц. То есть это в целом платежеспособная аудитория. То есть если даже
у вас есть аккаунты, которые говорят, у нас высокая личная активность, мы не хотим там получать лайки, комментарии, но живые платежеспособные подписчики нужны всем. Ну и кроме этого, про партнерскую программу, кто пропустил, про то, как на этой структуре система тебе выплачивает комиссионные, Леша рассказал немножко раньше. Посмотрите обязательно, если только что подключились, вы поймете. Так. Бизнес. Какой ячейки? Хороший. Если ты зарегистрировался, ты молодец. Работает как масс-фолловинг. What the fuck? Просто не регистрируйтесь. Вообще, выключите этот эфир. Просто отпишитесь от меня и просто никогда не регистрируйтесь в инсайме. Никогда. Пока платишь, деньги поступают. Если пропустить месяц-два, потом на третий проплатить, то опять будет начисляться доход во время подписки? Да. Во время подписки будет... Но за то время, когда вы пропустили, вам не начислят, только уже со следующего. Да. Отлично, Гива, благодарочка. Вместе с Гивами, если вы используете комбо Гивы плюс Инстайм, это взрыв. Потому вот что у меня, да, типа, мне нравится, как растет количество аудитории. То есть это... Сейчас у меня не Гив, но это подписывается... Блин. Подписываются люди с Инстайма. Сколько на тебя подписалось уже за 5 дней? За 5 дней на меня подписалось 1648 человек. 1648 живых платежеспособных людей подписалось за 5 дней. Да, и мне нравится, как оно плавно растет, да, вот активность. У вас идет подписка, а когда есть идет подписка, но вам идут подписчики с Инстайма, оно перекрывается, ну это работает круто. То есть если у вас идет сгивоток, да, но Инстаграм вам дает генерацию подписчиков, для Инстаграма вы всегда будете в профиците, то есть у вас будет больше людей, и, соответственно, он не будет вам резать охват, вот это идеально. По поводу, Дима, эта программа похожа на комментинг, на такой вопрос. Комментинг – это сервис привлечения чисто комментариев. То есть это актуальная услуга, кому нужно только получить комментарии. Вот, просто есть сейчас людей, вот им нужно реально там комментариям, они умеют правильно пригонять комментарии на пост, получать от этого эффективность. Этот сервис существует, мы его продвигаем тоже, но это партнерская программа и подписчиков. То есть это более такая система уже глобальная. Комментинг — это узкий продукт, который нацелен на выполнение только одной функции. Но есть люди на рынке, которым нужна эта одна функция, и они обращаются в комментинг. Вот, я поняла. Да, ставьте плюс, пишите там огонь, пишите круто, если то, что мы сейчас рассказываем, вам полезно и понятно. Вы продаете бизнес, продаете нам продукт. Мы вначале рассказывали вообще про продукт. А вот то, что я сказываю о том, что на вас подписываются живые... на бесплатном тарифе, то есть заработать поинты, ничего не платил. Никто никого не обязан то есть, да, то есть вы можете реально поинты... Вообще, воронка очень простая. Вы услышали информацию. Вас никто не обязывает ничего делать. Вы можете вообще закрыть этот эфир и уйти. То есть это все свободная информация в свободном доступе. Вы заходите, регистрируетесь, не оплачиваете ничего, делаете задание, собираете поинты, заказываете себе, смотрите, как это работает, смотрите, какое качество этого всего. Если вам не нравится, закрыли, забыли. Да, и кстати, вот реально, если вы понимаете, что вы такой человек, который, ну, с Инстаграмом не на ты, то есть если вы там не все... На вы, сударь, тогда да. Лучше вам. Тогда смотрите, тогда не покупайте сразу подписку, зайдите. То есть это же вас не запрещает, зайти в приложение, главное зарегистрируйтесь, вы уже в системе. Научитесь им пользоваться, пооткрывайте все вкладочки, поразбирайтесь, как все работает, попробуйте на бесплатном тарифе. Если вы разобрались, покупайте. Если не разобрались, ну, либо не покупайте, либо еще попробуйте. Либо попросите там, ну, есть у вас по-любому какие-то в вашем кругу люди, которые с Инстаграма на ты. То есть везде. Сейчас, ну, Инстаграм, это... Инстаграм захватывает мир. Ну, то есть это понятно. Это социальная сеть разрывает все и всех. И те, кто будут... именно, то есть я не говорю, что другие бизнесы, другие направления, другие соцсети не успешны, но в Инстаграме возможности добиться успеха быстрее, чем-то проще, чем-то сложнее, потому что, ну, надо понимать эти возможности, надо в них разобраться перед тем, как их использовать. Люди некоторые услышали, вообще не понимают ценности платформы и начинают продвигать вокруг, потом думают, да нет, какая-то херня.
Что-то я рассказываю людям, никто не регистрируется. Потому что они сами вначале не разобрались. В этом самая большая проблема. Это в целом проблема людей. Так как тебе отвечают на комменты? Зарегистрироваться, но не пускают что-то. Скорее всего, смотрите, вы в браузере там как-то забили куки. Попробуйте зайти или через другой браузер, или через приват окно в браузере. Либо если вы регистрируетесь, то вам нужен промокод. Вы не можете зарегистрироваться просто в сервисе. Вы можете только зарегистрироваться по чьему-то промокоду. То есть, если вы просто регистрируетесь, вас не пускает в регистрации, тогда у вас нет промокода. Вам нужно взять у какого-то человека, который есть уже инстант. Если я не блогер... Хорошо, ты не хочешь продвигать аккаунт, хочешь ли ты заработать? Если да, используй возможности платформы на самой хайповой теме. Инстаграм – самая хайповая тема. Если ты не хочешь ни продвигать аккаунт, ни зарабатывать – незачем. Ну, тогда незачем. Итог у тебя 60% ботов. Ну, даже без ответа. Без ответа. В Инстаграме можно зарабатывать? Да. Посмотрите эфир. Вначале мы вообще максимально рассказывали про заработок. Потому что компания, для того, чтобы тратить деньги, продвигая компанию, получить от компании доход. Я не на с Инстаграм оплатила, но все понятно, разберусь. Молодец, вот молодец. Есть процент людей, которые... Молодец. Вот мне, такие люди просто респект. Шустрые, смышленные. Хочу заработать. Инструкция – это прямой эфир. Это этот прямой эфир. Сестричка моя смотрит, твой аккаунт зарегистрирован, поэтому если будешь регистрироваться... Не получится добавить, то просто я тебя уже зарегистрирую. Ему плохого не посоветую. Ну, я советую то, что я сам использую. То есть это не реклама, мне не платит компания. Я сам пользуюсь, я сам зарабатываю, я вам рассказываю. Понятно, что мне это выгодно. Понятно, что если вы будете в моей структуре, мне будет от этого тоже преимущество. Но здесь вин-вин, то есть каждый выиграет. Да. То есть вы покупаете продукт, который... покупают люди, очень много людей на рынке за совсем другие деньги. То есть вы можете покупать здесь все в комплексе и намного получить еще больше взамен. Да, ну то есть смотри, ну в принципе даже я вижу возражений нет, круто объяснять прям по полочкам, но мы тоже стараемся, ну там как-то донести информацию, то есть видите. Давай еще скажем, какие там лайки, комментарии, кто они, откуда приходят, может ты думаешь, что это накрутка и так дальше. Да, ребят, смотрите, по продукту там. Это активность, которую вы получаете. Сейчас вообще расскажу. Вот прямо вот расскажу, как есть. Когда вы, например, пользуетесь системой, вы зарегистрировались, первое у вас будет задание подписаться на людей из вашей структуры максимум на 15 человек. То есть люди в системе живые подписчики, не боты. Ботов, ну не может бот зарегистрироваться в Инстаграме, оплатить подписку, подписаться. Ну, логично. То есть это по-любому человек, у которого есть $58 живой. Дальше. Вы, например, хотите получить на ваш новый пост, вы добавили постик в Инстаграм, 20 комментариев. Вы хотите сделать запрос, вам в начале, например, или там 30, ну не важно, то есть много чего функций. Вам в начале нужно выполнить задание, которое дает вам система. Система каждый день присылает вам 30 заданий других людей. Это поставить лайк, поставить комментарий, и вы эти задания выполняете. Я вам говорю, в системе, насколько там просто встроена система, по... опросом нашего же чата. Не дадут мне соврать, потому что я в чат кидал ссылку на этот эфир. Тратит. Кто-то сегодня за 2 минуты сделал задание. Ну, я не поверил, честно. 2 минуты нереально. Но те, кто каждый день пользуется, выполняют за 5-6 минут. Те, кто новички, 10. Кто там на вы с Инстаграмом за 15 минут с горем пополам. Ну, есть, которые 3 часа выполняют, но не то с другого. Сегодня мы снимали видео, мы выполняем задание, примерно за 10 минут. 10 минут. Но мы как? Мы не просто, о, привет, круто. То есть мы читаем комментарии, смотрим максимально под тематику поста. То есть максимально увлеченные комментарии. То есть вы отдаете активность людям. В ответ они отдают вам. Но система начинает только работать. Нужно больше комментариев. Поэтому в системе есть бесплатный тариф, когда пользователи, чтобы получить... ...отводятся излишек комментариев, которые генерируют пользователи бесплатного тарифа, которые тоже распределяются между пользователями платного тарифа. Таким образом, люди на бесплатном и на платном генерируют друг другу живую активность. По поводу лайков. Отвечаю тоже на вопрос. Система работает 5 дней. Бесплатных пользователей, которые в дальнейшем будут покрывать все лайки, которые запрашивают в системе, будут покрывать, это будет немножко позже. Сейчас
сервис закупает лайки еще на сторонних ресурсах. На таких ресурсах, где 95% пользователей сами покупают себе лайки. 95% аккаунтов покупают на сторонних сервисах себе лайки на публикации. Не все, да, есть ли там блогеры популярные, которые не накрывают, но обычные люди, то есть, которые там не могут, там, ну, не блогеры, они покупают эту активность. Здесь вы получаете максимально живые комментарии, максимально органические лайки, и часть еще докупается со сторонних сервисов, которыми и так пользуются люди. Но если вы не хотите пользоваться лайками, можете ими не пользоваться. При этом у вас есть комментарии, подписчики, способ заработка. Вы сами выбираете, какую часть сервиса, либо сервис в целом вы хотите использовать. Вот, сейчас объяснил про продукт. По 10-бальной шкале напишите, насколько я понятно объяснил, что это за продукт, откуда он берется, как он вам его использует. По 10-бальной напишите, просто важно. Если будет маленький, я еще раз, мало, ну, то есть непонятно, маленькие какие-то цифры, мы еще раз добавим, объясним там, что непонятно. 10. Супер. Вот. Очень приятно. Довченко Елена, вот, 9. Которая писала, что что-то непонятно, уже пишет 10. То есть 5. Кто там 5? Вам одна рекомендация. Посмотрите этот эфир с самого начала, то есть как-то, может быть, так, чтобы у вас была спокойная атмосфера, чтобы вы понимали информацию, посмотреть, вы 100% у вас будет 10. Вот, то есть если бы сейчас было в целом одни 5, я бы сейчас бы повторил. Но так я вижу, ну, 90%. Готовы пробовать, когда этого не знала про Инстаграм. Я уже, да. Хотя даже до этого эфира не слышал. Офигенно, ребят. Но если бы вы видели возможности Инстаграм моими глазами, я же когда сижу на встрече, то рассказ представит, я такой сижу и так улыбаюсь. Что-то тут не так. Ты такой жестко улыбаешься, я думаю, просто вы не видите эти возможности, которые вижу. Потому что люди сидят, как-то сомневаются. А я сижу напротив, улыбаюсь такой. Потому что, ну, люди ищут, в чем, да. В чем ну, где здесь какой-то подвох. Я в Инстаграм месяца 4, разобралась первый раз. Респект. Ну что, ребятки, давайте еще вопросики пишите. Очень все просто, ну офигенно. Понятно, ну простейшего продукта, чем Инстаграм, и бизнес на Инстаграме вроде Инстайма, нет, ну я не знаю, что придумать. Тут нечего сверхъестественного, тут не какой-то специфический продукт, который нужно объяснить, что это такое и зачем тебе он нужен. Это продукт, который есть у каждого. Сейчас каждый свое свободное время убивает в Инстаграме. С утра просыпаясь, сразу интересно, что там происходит в Инстаграме. То есть реально Инстаграм поглощает. Это с той стороны болезнь, но, блин, люди от нее никуда не денутся, и она все увеличивается. Бизнес придумать на этой теме — это гениально. Я сегодня пропутал. Смотрите, сделайте скрин, зайдите в Инстаграм, вкладку «Финансы», сделайте скрин, чтобы я видел, что у вас проплачена подписка. Пришлите мне его в директ, я вас добавлю. Ну, сегодня уже вечер. Я, ну, смотрите, кто сегодня, я после этого эфира запишу сториз, добавлю ссылку. Вы регистрируетесь, кто проплатит, присылайте мне скрин, что вы проплатили. Я вас добавлю, ну, понятное дело, уже вечер, я с 7 утра работаю. Я завтра до 12 часов дня всех добавлю в закрытый чат, где мы постоянно будем пополнять какую-то ценную информацию. Как предложить блогеру этот сервис и как выбрать подходящего блогера? Здесь в первую очередь находите тех блогеров, с которыми вам получится поговорить лично. Потому что блогеры — такие люди, которые популярны. Они вообще, честно говоря, они очень так относятся к темам новым. Они привыкли зарабатывать на рекламе. Вот у них есть реклама. Они зарабатывают, им неинтересно. Но они потом включатся, они увидят это везде. О, я прошла мимо. Почему-то надо сразу нас зовут там топовым блогером. Сейчас топового блогера заведу, он мне сейчас все сделает. Не надо, найдите, ребята. Найдите микроинфлюенсеров, да, блогеров. Иногда 10 тысяч. Маленький, активный человек, маленький блогер может сделать намного больше результатов. Потому он, что он, да, хочет, у него желание расти. А блогер, который уже как бы доволен, такой, да, уже морской котик наевшийся, он, ну, нормально. Мой вам свет — находить блогеров до 20 тысяч подписчиков. Лучше 5 или 10. Это самые активные блогеры. И вовлекайте блогера в процесс. То есть купить рекламу блогера — это самое последнее, и оно не работает. Блогер никогда за деньги не сделает такую рекламу, когда он вовлечен. То есть это проверено. Это просто доказано и проверено. Так. Может человек через месяц перерегистрироваться по-другому? Нет, это невозможно. Ну, это никак невозможно. Ну, ты можешь зарегистрироваться на другие данные, но на свои ты не зарегистрируешься, да, еще раз.
А скажи поэтапно, как мне на своей странице рассказать об этом? Ну, это смотри эфир сначала, прям поэтапно я тебе рассказал. И вообще это индивидуально, то есть я пишу про возможности заработка в Инстаграм, поэтому я постоянно и до этого писал я, как зарабатывать на Инстаграме, как зарабатывать на таргетированной рекламе, как зарабатывать на текстах. Но нигде не было все настолько понятно, логично, нигде не было таких возможностей, поэтому про Инстаграм я рассказываю больше, потому что я сам лично уделяю ему больше времени. Каким образом программа дает поинтсы за задание нужно потому что за каждое задание тебе дают поинтс. Не надо все. То есть сделал одно задание, получил эти поинты. Накапливаешь, потом используешь. Я так понимаю, благодаря этому сервису я могу заниматься продвижением аккаунтов. Ну, не совсем. То есть это надо авторизоваться в аккаунте? Нужно, получается, под каждого клиента регистрировать ему аккаунт, оплачивать 8 долларов и продвигать чисто этого клиента. Если ты можешь в таких условиях договариваться с людьми, которые ты будешь продвигать, да, ты берешь им деньги, оплачиваешь им этот сервис и начинаешь индивидуально продвигать этот аккаунт для... Ну да, то есть, в принципе, неплохая тема. То есть ты говоришь, если ты говоришь клиент, если ты это реально способно сделать, это круто. То есть ты берешь у человека, например, хотя бы там 150 долларов, говоришь, я тебя привлеку 60 тысяч лайков, 500 комментариев, то есть все, что входит в продукт, и берешь за это 100 долларов, еще на этом зарабатываешь, что ты просто красава. А еще структуру строишь. Ну, это реально. Заработать. Это реально. 100% есть люди, которые заплатят. 100%. Конечно. Так, сколько стоит? 58 долларов в месяц стоит подписка. Я не блогер, не продаю. При подписке и проплате. Я смогу зарабатывать? Офигенный вопрос. Смотри, одни из самых активных людей в моей структуре не блогеры. У них мало подписчиков, но у них есть желание. Понимание, что эта платформа способна дать тебе заработок и желание. Чтобы четко изучить, что платформа дает, и дальше идут общаться, подключать людей. У тебя по-любому есть друзья, или друзья друзей, или друзья друзей друзей, которым нужно продвижение в Инстаграм. Но у тебя по-любому много друзей, которые хотят зарабатывать. Друзей, знакомых, родственников. У тебя миллион таких людей. У каждого есть окружение, и сейчас три человека, которые пользуются не просто Инстаграмом, а активно пользуются Инстаграмом. То есть у каждого есть человек. Да, ты 100%. Это массово. Ну, я сейчас реально, встретить человек, который нет Инстаграма, это очень большая редкость. Ну, это точно. Это как киевляне. Ребята, давайте перекличку. Кто с какого города? Погнали. Сейчас сделаем такую маленькую ремарочку и зафиналим ваши вопросы. А я пока почитаю. Я после последнего вашего эфира про платформу не могла уснуть до 4 утра. Так вдохновилась, если бы не услышала, откуда именно берутся деньги на эти выплаты, то подумала бы, что кидала. Вот хорошо, что мы... Поэтому мы проводим эти эфиры, конечно, друзья. Конечно. Харьков, Одесса. То есть реально люди не спят. И правильно делаете. У меня в чате, я когда там кидаю несколько мотиваций, какие люди, какие там блогеры, звезды зашли, какие там чеки начинают собираться, люди мне пишут, как уснуть, зачем вообще ложиться спать, сейчас нужно рвать и метать, только начинается вся движуха. Ну вы сами видите, вирус со всех сторон бомбят, это только начало, оно начинает по чуть-чуть. Можно зарегистрировать место под какой-то аккаунт, потом поменять. Пока у тебя неоплаченная подписка, ты в настройках можешь поменять аккаунт, верно? Имя, да, имя аккаунта. Имя аккаунта. Один раз. Очень жалею, что не зарегистрируется в Инстаграм, столько возможностей упустить. То есть вы недавно зарегистрировались. Ну, ничего страшного. Вот сейчас момент для тех людей, кто думал, что проспал. Потому что вы не проспали, вы пришли вот здесь и сейчас, берите и делайте. Вы про блогеров или в плане рекламы? Да. А должно было написано, что задание выполнено. Примерно. А зависит от вашего вовлечения. Лёша получил где-то 1700 подписчиков, я получил примерно 400. Вот. Все зависит от того, насколько за 5 дней, насколько вы будете вовлечены. Киев, Буковель, Харьков, Днепр, Полтава. Вот для примера. В Украине сейчас 20 миллионов активных юзеров Инстаграма. В России 40 миллионов. В Казахстане, по-моему, там 20 с чем-то тоже миллионов. Только еще в Беларуси есть другие страны русскоговорящие. Только в русскоговорящих странах есть 100 миллионов юзеров, которые используют Инстаграм. В мире 1,5 миллиарда. То есть сервис, он на весь мир. То есть у него нет границ. То есть это нужно всем. Как думаете, какой процент вы можете с этого всего взять? И сервис может взять. Если хотя бы сервис возьмет 1% всего населения Инстаграма, это миллионы подписчиков. Миллионы. Хмельницкий, Белополье, Киев, Швейцария, Киев, привет от Одессы. Каменская, Днепр, Киев, Одесса, Кировоград, Днепр. Сколько стоит
Твои услуги, Квашневский. Ну, смотря какие. Ну, да ты мне пишешь, я видел твои сообщения в директе. Ну, ты очень странный человек, очень. Все, Дима, до завтра. Вадик Бизнес перепьет Леша Альткоин и Дима Гив. Привет, приветик. Сколько примерно придет подписчиков за месяц? Отвечали. Или тут Вадик Бизнес, привет, привет. Вадик Бизнес, так, узнаваемый человек. Узнаваемый. Амбассадор Инстайма, еще один. Активный лидер. Самый активный амбассадор, я бы сказал. Ну, вот, смотрите, Вадик, в принципе, ну, он не, ну, у него есть на 30 тысяч подписчиков, но он вообще год в Инстаграме не сидел. Вообще человек не сидел в Инстаграме и включился в систему, и пригласил уже в систему 5 тысяч человек. Приключил. У него не, он не было. То есть самое главное, то есть вывод какой? Сколько подписчиков придет? Сколько сможете, насколько сможете вы активно работать, от этого это зависит. Сколько вы сможете заработать, только от вас зависит. Платформа дает вам реальную возможность заработать, продвигая качественный продукт. Если вы это поймете и будете активно работать, вы заработаете. Если поймете, но не будете активно работать, ну, в общем, надо чтобы... У вас легкий, хайповый продукт, который стоит вообще небольших денег. Если в Украине там еще там 58 долларов, то там плюс-минус, там, ну, какая-то сумма, и то там в Киеве пойти в ресторан на двоих, на троих, это уже сумма потрачена. То есть большинство людей тратит столько много денег. На Европу, на Америку, это вообще 58 долларов, это пойти в Америке в Starbucks, съесть один пироженка и выпить латте. Все, это 58 долларов. Ребятки, давайте, знаете, что сделаем? Мы 50 минут в эфире. Напишите нам, я не знаю. Хотя, что пишите? Вы уже ждете. Дайте фидбэк этого эфира. Да, напишите. Как вам эфир понравился? Напишите пару слов, мы можете... Понятно, непонятно. Что да, что сейчас рассказать в следующем прямом эфире. И мы будем финалить, потому что я знаю, что... Вопросы, которые по дороге... Все понятно. Очень понятно. Спасибо, ждем ссылку. Ну, офигенно. Просто вам, супер. Значит, не зря. Все супер. Значит, да, мы не зря сделали это. Возможно, мы следующий прямой эфир подключим популярного блогера, который уже тоже... не со стороны, потому что, ну, мы вам поделились своим мнением, кто хотел нас услышать, тот услышал, но мы будем еще каких-то других людей подключать, которые тоже... Да, активны. Мы планируем делать... Всем удачи, будьте внимательны, умейте увидеть возможность, и все у вас будет хорошо, и все у вас получите. И сможете закрыть любые цели. Я сегодня писал утром пост, о чем вы сейчас мечтаете. Вот подумайте еще раз об этом и настройтесь на достижение, на получение этого. Все, всем пока. Пока.